Далее в программе. Бой Джордж и Джерри Холливелл на показе королевы панка Вивьен Вестон. Сейчас мы на показе Вивьен Вествуд. В Лондоне она представляет свою вторую линию Англомания. Правда, ее дизайном она не занимается. За все отвечает муж Вивьен Вествуд Андреас Кронхаллер. Каждый сезон дизайнер Вивьен Вествуд не просто показывает новые коллекции, а делает серьезные заявления. В прошлом году, например, она боролась с глобальным потеплением. Посмотрим, что будет в этот раз. Как вы можете описать значение дома Вивьен Вествуд для британской моды? Она как Шотландия для Великобритании. Бой Джордж – икона поп-музыки 80-х и один из самых ярких персонажей лондонской тусовки. Его стиль копируют миллионы. Он часто носит одежду от Вивьен Вествуд, поэтому неудивительно, что мы встретили его на показе британки. Я смотрел на все вещи сбоку. Это лучшее место для того, чтобы рассмотреть коллекцию. Если на нее смотреть в анфас, то восприятие затрудняется. Поверьте мне, я точно знаю. Показ Вивьен Вествуд посетила и певица Джерри Холливелл, бывшая участница группы Spice Girls. Сейчас она, правда, сконцентрирована исключительно на своей личной жизни. О творческих новостях певицы ничего не известно. Джерри, как вы можете описать значение дома Вивьен Вествуд для британской моды? Я считаю, что Вивьен Вествуд – крестная мать британской моды. Она настоящая фея. Она и есть великолепное наследие британской моды. Как вы считаете, в чем же ее секрет? Я полагаю, что она очень самобытна. Она настоящая оригиналка. Мне такое нравится. В ее вещах одновременно присутствует вульгарность и элегантность, но при этом Вивьен никогда не кренится ни в одну, ни в другую сторону. Все было великолепно, безупречно, как всегда. Мне это так по душе. Что вам понравилось больше всего? Я помню юбку-карандаш, выполненную в очень скучном цвете, но, несмотря на это, она была умопомрачительна. Мне также понравились эти шорты. Ты помнишь это? Да. Все было фантастически красиво. Я не пришел сюда критиковать, я пришел сюда, чтобы абсорбировать красоту.